Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставничестве. Сегодня я хотел бы поговорить о границах наставничества. То есть существует ли граница, за которую наставник заходить не может? И вы можете сказать, что судя по предыдущим программам, такой границы не существует. Это не так. На самом деле граница существует, она достаточно четко очерчена, и она абсолютно объективна. Это твоя воля. Наставник не может перейти границу, которую мы называем наши договоренности. Если ты не хочешь, чтобы наставник вторгался в ту или иную область твоей жизни, он туда просто не сможет попасть. По крайней мере, это будет точно неэтично. Он может попытаться с тобой поговорить на эту тему, он может предложить тебе это обсудить. Но если ты не хочешь этого, то он не сможет этого сделать. И очень важно это понимать. У меня была одна женщина, которая претендовала на роль наставника. Я был молодым верующим. Жил у нее дома. У меня были взаимоотношения с девушкой. И вот эта женщина, которая якобы была моим наставником, она очень хотела поучаствовать в процессе наших взаимоотношений. Но что-то внутри меня противилось этому, и я не хотел, чтобы она вмешивалась. Но она это делала. Она это делала, она копалась в вещах, она пыталась говорить с моей девушкой, она пыталась говорить со мной, она пыталась говорить с моими друзьями, подругами, она выуживала информацию. И потом ёршиком полоскала мне через правое ухо мозги. И я понял, что я не очень хочу, чтобы она была моим наставником. Несмотря на то, что намерения ее были благими, она была бестактна. И я отказался от ее менторства, я отказался от того, чтобы она мне помогала. Хотя советы, которые она давала в других сферах, они были очень хороши. И многим ее советам я следую до сегодняшнего дня. Поэтому если вы переходите границу, когда вы вторгаетесь в жизнь своего ученика, и он вам этого не позволял, вы рискуете, что ваши отношения прекратятся. Но мне кажется, что это довольно-таки очевидно.